это была страшная разница. Я страшно нервничала, животные страшно переживали. Почему? Потому что цирк – это замкнутое пространство. 13 метров, манеж и закрытое помещение. Здесь огромное количество разных световых эффектов, музыки. То, что животные не видят никогда в жизни в цирке. Конечно, есть свои вопросы, которые не хотелось бы, чтобы на Красной площади проводились такие мероприятия. Ну, такие временные. Цирк должен быть в цирке. Это мое мнение, как уже пожарного работника.